Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Redmi A3 Pro. И сейчас я покажу вам, как отобразить уровень заряда батареи в процентах. Итак, мы открываем настройки и проходим в раздел уведомлений и строка состояния. Здесь у нас есть индикатор батареи, и мы можем включить либо графический, либо внутри значка процентный, либо рядом со значком. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.